Мне кажется, на тему комфорта можно рассуждать бесконечно. Для одних комфорт – это бытовые удобства в доме. Для тех, кто мыслит глобальнее – это уютный благоустроенный город, в котором они живут. Сегодня будем мыслить исключительно глобально. Меня зовут Богдана Дойникова. В эфире программа «Вектор комфорта». Сегодня в выпуске. Города республики в числе лучших муниципальных образований России с благоприятной средой. Плюс 6 баллов в индексе и первое место в рейтинге Приволжского федерального округа. Безвредные стоки. В рамках нацпроекта «Экология» в Урнарах продолжается строительство биологических очистных сооружений. Сроки капитального ремонта в многоквартирном доме можно ускорить. Но для того, чтобы попасть в краткосрочный план, нужны веские причины. Минстрой России подвел итоги индекса качества городской среды за 2019 год. Чебоксары с индексом в 210 баллов второй раз становятся лидером в Приволжском федеральном округе. На основе данных 2019 года была проведена оценка 1115 российских городов. По-прежнему 5 городов республики из 9 в числе лучших муниципальных образований с благоприятной средой. Чувашской республике присвоен индекс качества городской среды в 185 баллов. По сравнению с 2018 годом республика улучшила индекс на 6 баллов, попала в число регионов с благоприятной средой и заняла первое место в Приволжском федеральном округе. Столица республики с индексом качества в 210 баллов оказалась на 6-м месте среди российских городов-участников с численностью от 250 тысяч до 1 миллиона человек. По сравнению с итогами 2018 года, Чебоксары улучшили свой результат на 5 баллов. Повысил свой статус и Новочебоксарск. С индексом качества в 190 баллов город-спутник занимает 6-е место среди городов округа в своей группе. Это говорит о том, что в республике у нас много делается для того, чтобы улучшить благоустроенность городских поселений, и не только городских, и районных, сельских поселений. Ежегодно реализуются проекты в рамках программы формирования комфортной городской среды. А делается действительно много. В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуют 40 проектов по благоустройству общественных территорий на сумму около 360 миллионов рублей. Мы знаем, крупные объекты у нас и в Чебоксарах – это набережная. Это вот в прошлом году благоустраивали Дорис парк, благоустраивали территории около часовни по улице Карла Маркса. Ну, ежегодно количество территорий увеличивается, и это в целом влияет на общий балл по индексу качества городской среды. Примечательно то, что в работу по созданию комфортной городской среды активно включились жители республики. Для них благоустройство дворовых территорий – тема по-прежнему актуальная. К ее решению они подходят основательно. Для того, чтобы получить финансовую поддержку и отремонтировать придомовую территорию, территориальному общественному самоуправлению приходится проделывать огромную работу. У ТОСа молодежной Ленинского района большой опыт взаимодействия с городскими властями. Активных горожан выручает еще одна федеральная программа – инициативное бюджетирование. Только к инициативным людям идет помощь района и города. Обратитесь и будете услышаны. Район и город всегда пойдет навстречу в реализации наших планов. С помощью различных федеральных и региональных программ в этом году благоустроят 300 дворовых территорий по всей республике. Для этого уже предусмотрены более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Большая работа по благоустройству и созданию комфортной городской среды ведется в муниципалитетах. Российский Минстрой отметил такие малые города республики, как Канаш, Алатырь и Ядрин. В Алатыре системно создают комфортную среду проживания с 2017 года. Возможности проекта здесь стараются использовать по максимуму. Во дворах многоквартирных домов по улице Московская – обновили тротуары, оборудовали парковочные места. Не забывают и об общественных территориях. В прошлом году стадион «Спутник» украсила многофункциональная спортивная площадка. Город уверенно развивается. Его индекс благоустройства в рейтинге – 183 балла. Комфортная среда – это и современные очистные сооружения. На смену старым технологиям приходят новые разработки. Их применяют в Урнарах. Там в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Оздоровление Волги» приступили к строительству биологических очистных сооружений. Сегодня в Урнарах проживает около 10 тысяч человек. Поселок давно нуждался в обновлении системы очистки. Решили пойти по пути биологического очищения канализационных стоков. Здесь, значит, представлена схема, как это, соответственно, планировалось и что на сегодняшний момент происходит на объекте. То есть основные все работы именно по, так скажем, монтажу емкостей, по строительству насосной станции, по монтажу
подстанции и прокладки кабельной линии, а также южная и северная ветка, значит, водовода, не водовода, а магистрального канализации тоже проложены. Объем работ на участке выполнен уже на 65%. И если со строительством проблем не возникает, то вопросы с последующей эксплуатацией все же есть. Нормы водоотведения и новые технологии диктуют жесткие условия для крупных перерабатывающих предприятий поселка. Для того, чтобы подключиться к новой очистной системе, Вурнарский мясокомбинат и завод по производству сухого молока должны провести у себя модернизацию сети. По мясокомбинату и заводу сухого обезжиренного молока вопросы есть в части монтажа жироуловителей, чтобы, если мы жирные стоки выбрасываем, значит, фильтры у нас загубим сразу. Проекты на выходе, и они обязуются к пуску. Мы уже условия поставили, и не смонтировав нормальный жироуловитель, мы их подключать не сможем, однозначно. Очистными блоками оборудуют не только крупные предприятия, но и школы, и детские сады. Сроки исполнения внесены в протоколы и должны строго соблюдаться, чтобы всю систему очистки смогли запустить в срок. Реализация национальных проектов, в рамках которых строятся крупные объекты с большим объемом финансирования, сейчас на усиленном контроле в РИО главы региона. Это очень важная составляющая, тем более вы знаете, что каждый объект, который реализуется в рамках национальных проектов, это, с одной стороны, хорошие инвестиции, с другой стороны, это реальные изменения в качестве жизни наших людей. Мой дом – моя крепость. Собственники частных владений сами в ответе за их состояние. Но как быть жителям многоквартирных домов? О чем уместен торг с Республиканским фондом капитального ремонта? Как поменять план в свою пользу? Республиканская программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет и сегодня включает 5234 дома с общей площадью около 19 миллионов квадратных метров. Сегодня жильцы 800 домов республики предпочли вносить платежи за капремонт на специальные счета. Остальные домовладельцы остались в общем котле. Процент износа многоквартирных домов в республике составляет от 40 до 50%. Если в больших городах жилищный фонд обновляют при помощи строительства новых домов и целых микрорайонов, то в муниципалитетах очень выручает капитальный ремонт. Жители села Михайловское Цивильского района именно так и поступили. На территории Михайловского сельского поселения в 2018 году было отремонтировано две крыши по адресу Чапаева 21 и Чапаева 27. На Чапаева 27 была еще отремонтирована электропроводка. В 2021 году планируется также капитальный ремонт 60-квартирного дома в поселке Молодежный. С плановым ремонтом все понятно. Но как быть, если ремонт нужен срочно? А в плане он только через несколько лет. На этот случай в республиканской программе предусмотрены так называемые трехлетки. Краткосрочные планы, куда как раз и могут попасть дома со срочным ремонтом. Если мы говорим уже об утвержденной программе, которая обычно у нас сейчас разрабатывается на 3 года, чтобы туда попасть, необходимо собственникам обратиться в органы местного самоуправления, перенести протокольное решение именно с теми видами работ, которых интересует, перенести с более дальнего периода на более ближний. При этом должно быть выполнено условие, согласно постановлению 258 Чувашской Республики, это степень износа должна составлять 70% этого инженерного оборудования, и собираемый средств должно быть 90 и более процентов. И уже орган местного самоуправления по тем остаточным средствам, которые есть на выполнение программы, эти дома включают. Понятно, все массово включить не могут, они уже более точечно, кому вот в первую необходимость необходимо это уже выполнить. В рамках краткосрочного плана на 2020 год предусмотрен капитальный ремонт в 212 многоквартирных домах республики. Оставшиеся с прошлого года средства позволили дополнительно включить в него еще 70 домов, которые требуют срочного ремонта. Вот и все на сегодня. Выберите свой вектор и живите комфортно. До встречи!